UPS, Back UPS CS500, бесперебойник. Переделанный на литий-ионную батарею. Проверка осциллограммы, выходной осциллограммы. Включаем UPS. Самотестирование происходит. Там уже видно, что чистые синусоиды выходят. Тестирует наличие батареи. Батареи выход. Модифицированная синусоида. Все, на выходе чистый синус. В данном случае у меня в сети малое напряжение 196-194 вольта. И также и здесь в РМС. 50 Гц. Сейчас я модифицирую. О. Выключение света. Имитирую, не модифицирую. Вот я выключаю свет электричества. Переключается на модифицированный синус. Никаких опозданий, ничего нету. Частота 50 Гц. Напряжение 229 вольт, 230. Электричество вернулось. Чистый синус. Никаких затыков, никаких опозданий нету. UPS переделан на литий-ион. На канале есть видео по переделке, доработке верхнего порога и нижнего порога. Ссылку на видео оставлю в описании. Спасибо.